Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем играть DayZ Standalone. И сегодня мы направимся на военную базу, которая рядом с Зеленогорском. На сервере сейчас 6:30 утра. Немного темновато, но я думаю, нам это не помешает двигаться вперед. На данный момент привал окончен и будем выдвигаться. Для начала мы посмотрим домик по соседству, вдруг там что ценное есть. Но пока мне нужно сделать одну вещь. Так, где у нас тут макалаш? Так, зарядим хотя бы его одним патроном, поскольку у нас нету ни магазина, ничего. Так, а прошлое оружие мы потеряли. Хоть что-то, чем-то будет защищаться. Так, темно, нифига не видно. Ну, походу, этот дом будет у нас пуст. Так, что здесь? Да, дом оказался пустой, так что можно бежать к базе. Да, и здесь тоже ничего не будет. Можно бежать к базе. Вот мы уже на территории базы. Виднеется наш барак. Тихонечко подойдем. Осмотримся. Хотя, в принципе, такой темнотой особо что и фиг что увидишь, фиг что заметишь. Так, посмотрим, что там внутри. Надеюсь, никого нету. Так, вроде все спокойно. Так, ну что ж. Пойдем проверим. Так. Закроем за собой дверь. Если кто-то будет открывать, будем знать. Хотя, в принципе, тут через окна могут убить. Так, у нас тут еда. Так, еда. Места свободного у меня нету. Еды, в принципе, у меня полно. Ладно, не буду брать ее. Быстренько осмотрим. Пойдем дальше к другим баракам. Так, питье надо взять. Ой, блин, я нажал пить. Черт. Какой, как не вовремя. Блин. Давай быстрее. Рискуем. Давай. Так. Ну, блин, а что-то в бараке ни хрена ничего нету. Да. Все пусто. Так, что у нас тут? Так, балаклава и лампа. Так, газовая горелка у нас есть. Баллон с газом. Так, возьмем мы... Так, что у нас тут? Выкинем... Вот этот нож. У нас их два. Все равно возьмем балаклаву. Возьмем лампу. В принципе, лампа нам понадобится для атмосферы. Если что, в крайнем случае, сделать привал. Если будет ночь. Это будет прикольно. Так, возьмем ее. Так, ну и тут, в принципе, уже, наверное, у нас ничего интересного нету. Так. Хорошо, уходим дальше. Я играю на сервере на 30 человек. Так, в принципе, более-менее не лагает. Поменьше всяких багов и задержек. Так, сейчас глянем, сколько у нас тут на сервере народу. А, ну, почти. Почти полный сервер. Второй барак. Надеюсь, мне повезет. Найти что-нибудь ценное. Так. Дверь закрылась, хорошо. Посмотрим, что здесь. Так, хитпак. Хитпак мне не нужен. Патроны. Патроны тоже у меня есть. В принципе, ладно. Так. Здесь ничего. Ну, что-то барки какие-то пустые. Так, что здесь?
Патроны на Мосинку возьмем. Так, что еще? Ни черта. Полный ноль. Так, а, вот это уже интересно. Так, шлем для танка. Танковый шлем, нафиг он нам надо. Открывайся. Так, все потихонечку. Двигаемся к третьему бараку. Так, седой мы не пойдем, обойдем его слева. Мало ли там кто. На крыше или в самом этом здании больницы. Так. Так. О, так, там зомби. Осторожненько. Осторожненько. Нам сейчас не нужно, чтобы он нас заметил. Так. Дальномер нам точно не нужен. Так, еда. Это у нас что? Семена. Да, просто жесть. Что-то победнели у нас казармы. Здесь тоже ничего нету. Пойду возьму мешок. Мешочек. Так. Разрежем его. Может, нам удастся как-нибудь скрафтить себе гели. Гели-костюм. Так, отлично. Так, что здесь? Топор. Наконец-то я тебя нашел. Так, заменяем его на этот хреновую эту кувалду. Ну, теперь можно себе будет сделать костер. Хотя, в принципе, и без топора тоже можно сделать костер, но все-таки с топором будет лучше. Так, а что у нас там? О, так, это у нас для Макарова. Обойма возьмем, пригодится. Пистолеты я люблю. Так. Что у нас здесь? Так, тоже пусто. Ничего нету. Так. Ну и последний, тоже ничего нету. В принципе, можно отсюда уходить. Так, один фонарик пистолетный. Нафиг не надо. Да, пока что в двух бараках не богато. Идем дальше. Так, осторожно. Закрываем, не оставляем о себе следов никаких. Пойдем в третий барак. Пока еще темно. Но я думаю, где-то через часик-полтора уже полностью рассветет. И все будет видно. Хотя, если честно, я люблю играть ночью. Создает своеобразную атмосферу. Особенно, правда, когда по городам ходишь. Так, пройдем сюда. Так, там зомби. Обойдем его, наверное, справа. Неохота на него сейчас напороться. Был бы у меня пистолет с глушителем, было бы вообще хорошо. Так. Отлично. Так, в том бараке справа мы уже были. Что, будем потихонечку продвигаться вперед. Следующий наш барак будет немного левее. Наверху на пригорочке. Так. Все отлично. Более-менее опасное место мы уже покинули. Так, в том бараке мы тоже были вроде. Так, нам сейчас нужно немножко левее. Плохо ориентируюсь. Хотя уже за полтора года можно было бы уже привыкнуть, но фиг его знает. Не получается, забываю. Так, у нас на сервере. Вот на сервере уже полностью. Полностью он заполнен. Это и не прошло буквально и часа после рестарта. Так, последний барак. Угу. Открыт. Открыт. О, тут намного больше вкусненького. Так, это у нас что, глушитель? Так, глушитель. 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 Так, берет. Фальшфейер. Так, патроны. Ну,
Так, закроем-ка мы дверь. Не будем все привлекать внимание. Начнем оттуда. С последней комнаты, с этой. Значит, здесь у нас что? Здесь у нас ничего. Тут что? Так, танкошлем. Нафиг не надо он нам. Так, тут тоже ничего. Походу, сейчас только в одних душевых что-то дорезается. Так, это у нас глушитель. Так, глушитель, его надо взять. Так, чтобы нам освободить. Так, эти патроны мне не нужны. Бинт, 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 бинт. В принципе, он мне нужен. Так, что еще выкинуть? Что еще выкинуть? Так, еду выкинем, она нафиг не нужна. Так. Блин, мозаика какая-то. А вот сюда. Давай, берем. Хорошо. Так, вперед. Тут тоже пусто. Одни химсветы. В больших количествах. Так, опять еда, но еды у меня хватает. Короче говоря, с голоду здесь не помрешь. Так. Что, взять СКС-ку, что ли? Глушитель у меня уже есть. Так, возьмем патроны на СКС. Так, еще три. Так, стоп, куда бы мне их запихнуть-то? Так, что-то я... Так, ладно, сейчас мы возьмем саму СКС-очку, зарядим ее сразу же. Так. Давай. Отлично. С СКС-кой будет надежный в руках. Чем с одним патроном в калаше. Так. И выходим. И бегом, 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 бегом. Уходим отсюда. Бегом. Так, тут у нас вроде все нормально. Все тихо, все спокойно. О, тут уже блокпост построили. Прикольно. Молодцы. Так, сейчас здесь где-то рядом был населенный пункт. По-моему, поляна. Попробуем залутать там. Посмотреть, что к чему. Выборочно по домикам пройдемся. Так, значит, так. Угу. Сейчас мы состакаем все эти патроны. И продолжим наше движение. Так, куда они пропали? А, вот они. Вот они, вот они. Давай. И заряжаем. Ну, явно кто-то в казармах был. Потому что так рядом оно не резается. Наверное, кто-то скинул СКС-ку там. С патронами. Ну, все равно спасибо. Хоть какое-то оружие для начала. Так, где-то здесь этот населенный пункт. Где же ты, где? Так, где-то правее, по-моему. А, во, вот он. Сейчас мы немножко его проверим. Может, что-нибудь для найдем. Так. Угу. Там уже рассвет виднеется. Нет, хорошо. Так. Что у нас тут? А, не поляна, а Павлова. Все, эта деревенька называется Павлова. Хорошо. Так, осмотрим. Что у нас здесь в этом ангарчике маленьком? Долго здесь задерживаться не будем. Перепрыгивай ты. Долго задерживаться здесь не будем. Так, фляжка. Будем двигаться в сторону Зеленогорска. Так. Дэмэдж. Перельем сюда. Так, эту перельем в эту. И поменяем на престиновскую. Отлично. Теперь у меня две престиновские фляги. Так, будем двигаться к Зеленогорску.
Там у нас есть военные объекты. Залутаем их. Надеюсь, никого не встречу. А если встречу, то будем держать дистанцию. Так, что у нас тут? Так, в этом доме у нас пусто. Ладно, идем дальше. Посмотрим в этом домике. В этом домике всегда что-то есть. Угу. Так, закроем-ка дверь. Так. Винчестер. Патрон для винчестера возьмем. Спички. Спички. Так. Патроны на мелкашку. Нам они не нужны. Так, вот спички надо проверить, в каком они состоянии. Так. Дэмэдж. Не плести. Фиг с ним, 13 спичек хватит. Церковь. Церковь войти нельзя. Окей. Так, посмотрим-ка, что у нас в этой машине. У этой машины всегда что-то ценное у нас резается. Что у нас здесь за лут? Так. Магнум. Так, вижу бронежилет. Так, магнум. Куда же тебя положить-то, блин, а? Окей. О, красиво. Красивый жилет. Жаль, только без кармана. Бронежилет, если бронежилет. Может быть, спасет меня. Посмотрим. Так, в принципе, здесь больше ничего ценного нет. Сейчас я подберу магнум. И продолжим движение дальше. Так, ну что ж. Все самое ценное подобрали. По-быстренькому посмотрим этот дом. Так, ну, скорее всего, ничего в нем нету. Да. Нету. Все, будем сейчас выходить. Так, виднеется рассвет. Так. Утро начинается. Начинается. Так, посмотрим, что здесь. А, тут у нас что-то есть. Так, нож. Ворн. Не нужен. Здесь что-нибудь есть. Так, ничего интересного. Так, а это у нас что? А, это Иш. Ясно. Один патрон у него, по-моему, только можно зарядить. Да. Он нафиг не нужен. Ну, в принципе, красивый. Так. Кепки, банданы. Здесь для нас ничего интересного нету. Так, зайдем-ка мы в этот сельский магазин. Интересно, в нем лут появился или нет? О. Топор. Походу, топор у нас застрял в текстурах, и я его никак оттуда не достану. Ну-ка. Да. Не наводится. В принципе, он мне нафиг не нужен, у меня есть свой. Так. Что у нас здесь? Карта. Больше ничего. Карта мне, в принципе, не нужна. Так, ну что ж, будем двигаться туда, к выходу.
Так, так. Ну, тут для нас ничего интересного не будет. Покидаем Павлово. Движемся в сторону Зеленогорска. Как видим, уже полностью рассвело. Розовые облака. Красота. На востоке встает солнце. Так, там у нас Зеленогорск. Хорошо. Я думаю, мы сейчас подбежим в этот лесок и обследуем со стороны, что делается на военном объекте в Зеленогорске. Попробуем все рассмотреть в бинокль. Сейчас только зайдем, найдем очень удобную позицию, чтобы посмотреть хотя бы, открытые там бараки, не открытые. Что там в административном здании. Так, где у нас там военные объекты? Так, так, так. А где-то... Да, вот здесь вот. Сейчас глянем, что у нас делается. Где мой бинокль? Так, бинокль, вот он. Так, казармы закрыты, движение пока не наблюдаю, хотя надо было, конечно, занять с той стороны, у того леска, и оттуда был бы обзор гораздо лучше, но что есть, как есть, зашли с этой стороны, так с этой, хорошо, так, военных объектов пока движухи никакой. Там у нас амбар. Фиг с ним. Так. Надо глянуть, что у нас там в административном здании. Блин, не видно. Вроде бы все тихо. Хотя кто его знает? В любом случае обследовать территорию. Так, там снайперов нет? Вот нет. В любом случае обследовать территорию не помешает. В Багдаде все спокойно. Берем СКС. И бежим напрямик. Была не была. Мы как олени бежим. Бежим по полю. Меня видно со всех сторон. Быстрее, быстрее. Так, что у нас здесь? Посмотрим, что здесь. Так, здесь пусто. Быстрее, быстрее. Опасно так бегать, очень опасно. Но мы рискнем. Мы рискнем, мы рискнем. Давай, 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 давай. Еще немножко. Так, вроде в окнах там никого не было. Да, все нормально. Вроде пронесло. Быстро, быстро. Давай, давай, давай. И к стеночке прижимаемся. Глянем, что там. Так, там никого. Блин, рюкзак. Охотничий. То, что мне нужно было. Это я не зря пришел. Не зря. Так, потихоньку. Тихонечку.
Так, здесь у нас что? Здесь ничего интересного. Так, дробовик. Так. На первый взгляд все спокойно. Быстренько в казарму. Быстренько все смотрим. Быстро, быстро, быстро. Опасно, опасно здесь задерживаться. Так, пусто. Вперед. Пусто, пусто. Тут тоже. Ничего не надо. Так, что еще? Ни черта. Так. Тоже ничего. И здесь ничего. Вообще, блин, в этой казарме вообще ни черта ничего нету. Так, в принципе, по-быстрому. Да, открывайся ты, ёпт. Перный бабай. Так. Как можно быстрее. Как можно меньше здесь задерживаться. Ничего. Отлично, блин. Отлично. Противогаз. Нафиг он мне не нужен. Так, и обыкновенный выживалец. Так. Так, топор. Ни черта нет. Так, топор. Какой тут дэмэдж? В принципе, так, попить. Попить нафиг. У меня фляжек дофига. Так. Открытое здание. Это хорошо. Машина что-нибудь есть. Если открыто, то, возможно, там никого нету. Но будем максимально осторожными. Так. Вроде все в порядке. Так, посмотрим второй этаж. Шлем пилота. Это у нас что? Так, это у нас какой-то прицел. Ладно, сейчас мы его положим. Так, а где прицел? Блин, ладно. Потом поищу. Так, что здесь? О, мои любимые очки. Замечательно. Так, обойма, обойма. Обойма у нас для Феникс. Так, возьмем ее. Вместо Макарова. Феникс мне больше симпатичен. Может, найдем что. Так. Что здесь? Так, дамский пистолетик. Нахрен нам не нужен. Идем дальше. Первый этаж. Быстренько, быстренько. Вот она, наша прелесть. Так, это у нас что? Неужели? Неужели в самом деле? Точно. Нашел обойму для своего автомата. Так, значит, давай-ка мы его быстренько зарядим. О, и прицел уже стоит на нем. Замечательно. Так. Как ты тут ставишься? Черт, блин. Ой, я же забыл разрядить его. Сейчас. Доберись ты, ёпарсы ты. Так, сейчас разрядим его. Давай, 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 давай. Отлично. Все. Теперь мы при оружии. Замечательно. Быстренько, быстренько, быстренько. Все отлично, все замечательно. Так, это мы выкинем. Так. Нафиг эту горелку. Что мне еще, блин? Ладно, горелку я оставлю пока. Хочу просто попробовать на ней что-нибудь приготовить. Так, быстренько все. Сейчас мы в рюкзак. Так, это у нас что? Это не для нашего. Нет, это не для нашего. Так. Перекладываем все самое необходимое. Так.
Так, это мне не нужно. Это сюда. Мешки. Спички. Так, бинокль. Нож. Газовая горелка. Патроны. Так, давай это сюда. Будем экспериментировать. Так, патроны для Мосси. Ну, давай уже, ладно. Для СКС-ки и бинт. Замечательно. Все. Так. Ой, блин, ёпарт, куда я тороплюсь? Чуть не оставил все свое добро тут. Все. Смеху-то было бы. Но биара полный. Все, сейчас, блин, бежать, бежать. Фу, слава богу. А то бы сейчас встретил, как в первый день. Чувачка. Не, ну я бы его попалил бы, конечно. Это уже не арбалет. Бежим в лесок. Все, в Зеленогорске мы выполнили свою миссию. Нашли хороший рюкзак, который особо не выделяется. И теперь у нас... Так, сервер у нас полный. Да, в Зеленогорске никого нету, что очень странно. Так. Все, миссию выполнили. Следующая наша задача будет выдвинуться хотя бы в сторону Старого Собора. Итак, мы сделаем небольшой крюк по лесу и постараемся в следующий день выйти к Старому Собору, ибо там сейчас вернули обратно военные палатки. Попробуем посмотреть, что к чему, что там резается у палаток. И вообще, кто сейчас там обитает в Старом Соборе. Вот такие вот планы у нас на следующий день. Но пока мы немножко удаляемся от Зеленогорска, пробежимся по лесу, попробуем найти место на привал. Так, где же мне здесь разбить лагерь? В принципе, это место не подходящее. Тут можно тебя увидеть. Наклонная поверхность. Так, будем искать. Искать дальше. Так. Так, а там у нас что-то виднеется. Так, интересно, что там у нас? Так, ну можно было в елочках. Ладно. Так, а там у нас это у нас что? А, это у нас пионерский лагерь. Ну-ка, ну-ка. Я думаю, стоит туда забежать, проверить. Посмотрим. Так. Угу. Ну, он, в принципе-то, небольшой, всего пару строений. Так. Так, тут мы не пойдем в то здание. Забежим. Вот то главное здание. Возможно, что-нибудь найдем. Речушка. Так. Угу. Здесь лута не наблюдается. Здесь также. Так, второй этаж. Так, очки, кроссовки. И на этом все, да? Заглянем в подсобку справа. Так, что у нас тут? Спички. И... О, патроны для магнума, отлично. Как раз мне надо. Ну что ж, будем выходить. Все, что нужно, мы нашли. Ничего интересного для нас больше здесь нет. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. В следующей серии мы отправимся в Старый Собор. Ну а я сейчас буду искать место для ночлега. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующей серии на просторах Черноруси. Всем пока.